Привет, с вами Фанатик, это игра Кенши. Мы продолжаем. Вот, собственно, прибыли в очередной раз работорговцы. Что-то они от меня хотят. Один раз приходили, а опять приперлись. Поразительный форпост, этого у них не отнять. Так, и что дальше? Пойдете по своим делам? Я хочу, чтобы в шахты все доехали здоровыми. В этот раз ноги не ломать. Ага, все-таки они рванули, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, изумирой, корняк. Парни. Все назад, бросаем все свои задачи. Максы. Корняки. Пока тренируйся. Бегом, 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 бегом. Бегом быстрее. Еще быстрее. Ворота надо успеть еще закрыть до того, как. Так, козлик рыхнет. Макс. Дай-ка ты этого козлика, во-первых, поднимешь. Да подготовиться же. Так. Опустишь. Дальше. Значит, ты у нас... Идешь, становишься на вот этот угловой арбалетик. Босс. Бросаешь все. Идешь, становишься. Вот этот арбалетик. Так. Корняк бежит. Теперь. Суми. Суми тоже бежит. Ладно, сейчас. Доберутся. Сейчас доберутся. Они добегут, у меня будет время, они все-таки стеночку эту будут оббегать. Я смогу расставить всех своих на арбалетике. Попробовать с ними немножечко так повоевать. Всю стенку закрываю. Дальше, значит, Изуми, становишься вот на этот арбалет. Так, герой, что у тебя есть, в принципе, владение турелями, становишься на вот этот арбалет. Так, бычок, котопес. Далее. Ридли, Стэн, вы все. Сата, ты чем занимаешься? Бросаешь все тренировки. Идешь вот сюда, возле ворот, отбиваться. Корняк. Сюда прибежал. Фигней не занимайся, будешь ремонтировать. Будешь ремонтировать, собственно, вот это вот. Не отпирает. Подожди. Отпирать ни в коем случае не нужно. Шеф, бросай работу на каменоломне. И сюда. Далее. Фанат. На этот арбалет бегом. Ну, эти трое поддонь, если что. Потом они, я думаю, вступят. И ты куда побежал? Корняк, что с тобой? Да хрена-то туда побежал, прекращай. Этих вот песики, бычки, козлики, все сюда к воротам. Значит, ты что? Ты у нас чинишь, он один ни хрена не справляется. Давай. Тата, шеф, помогайте ему. А какой отпирает? Вы чё, блин, напоролись? Ремонтируйте. Вы чё, дурачки совсем? Они, блин, его не ремонтируют, а отпирают. Зачем? Понимаю, зачем они это делают. Ладно, Ридли вроде бы инженер, она пытается починить. Вон там остальные подбежали. Остальные подбежали. Тут их достаточно много. Ну-ка. С арбалетами война прям. Макс. Оу. Он стоит. Перестрелка у него. По Максу сильно он попадает.
Это тоже сильно ранен. Что они пытаются сделать? Кого-то... А, он сиродера несет, что ли? А, уже повязали одного. Так, а здесь уже началась война. Все повыбегали. Корняк, Ридли уже ринулись в бой. Значит, Вос, бросай. Хотя, бросай. На самом деле, бросать такое себе. Опа, стенку проломили. Фига себе. А как они так стенку проломили-то? Очень интересно. Ладно. Фанат бросает это дело. Тут на него уже нападает кто-то. Блин, это жестко. Это жестко. Я могу не справиться с такой бешеной толпой. Изуми. Где моя Изуми? Изуми побежала драться. Ну, уходи. Давай-ка с арбалета. В смысле, у тебя нету арбалетных болтов, что ли? А, у нее зубочистка до сих пор стоит. А ё-моё, а как же так-то? Где нормальный арбалет у Святоши? Отдай его Изуми. Меняемся. Арбалет дел. Святоши, верни, пожалуйста. Вот. Всё. Что ж вы, блин, за ней гоняетесь? Успокойся. Давай, с арбалета его. Тэнц. Хорошо, еще разочек. Еще разочек ему давай. Тэнц. Хорошо. Еще разочек давай. Тэнц. Вообще отлично. Так, что, фаната положили уже, что ли? Оу. Как тебя-то отпинали, однако. Быстро парни отпинали. Ладно. Держитесь, держитесь, главное. Давай еще разочек с арбалета его. Только попади. Есть, готов. Без сознания, значит. Поднять. Поднять. Так. Того отпустили. Посадить его. Посадить нафиг в клетку. Давай бегом, 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 бегом. Тут у нас битва. Святоша упал, валяется. Они, в принципе, достаточно их много. Сата Ридли подбегает им на помощь. Герой, что тут? Лупит всех подряд. Шеф, давай-ка ты немножко за медика побудешь. Хорошо. Изуми чё? Изуми одного посадила. Надо теперь, во-первых, вот этих вот гадов посадить в клетки. Всех, а то они встанут, потом будут доставлять неприятности. Посадить, 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 посадить. Последний остался. Ха, готов. Готов поднять. Всех по клеткам, всех по клеткам. Ты Изуми последнего тащишь и занимаешься правильной медициной. Всех лечишь. Я тебя перевяжу, правильно. Перевязывать надо. Песик, бегом. Шеф там помогает с перевязкой. Герой, бросай. Ага, он теперь спуститься даже не может. Офигеть. Офигеть. Где фанат? Фанат тут уже воюет вовсю. А он пытается сиродера утащить. Военачальник, кстати. Военачальник достаточно сильный. Парниша. Давайте, лупите его. Лупите его по затылку. Тебя хотя бы подлечишь. Сиродера отступают. Значит, Скорняк. Корняк, нужно нам ворота как-то восстановить все. Как это, кстати, делается? Давай, чинить. Чинить. Занимайся инженерными делами. Босс. Хватаешь вот этого гада. И тащишь его в тюрьму вот сюда.
не встали и проблем не доставили. Дальше Сата. Этого тоже засранца поднять. И оттарабанить вот последнюю клеточку. Специально для таких случаев их сделал. Чтобы я мог большинство неприятелей посадить. А потом спокойненько с них снять доспехи. И выпустить. Очные ниндзя сидят. Даже кто-то уже мертвый. Куда побежал? Фанат, ты далеко вообще? Опять драка, что ли? Ага, ни хрена себе тут. Какая-то жесть опять началась. Арбалетчики долбаные. Ё-моё! Откуда вы взялись? Так, ребятушки. Ребятушки. Ходим за забор. Все бегом. Все бегом. Изуми, единственное, хватай попутно какого-нибудь чувака. Значит, ладонь. У нее имечко, конечно, тоже хватай. Так, идем сюда. Идем сюда. Все убегаем. Все убегаем. Так куда ты побежал-то? Стой. Раз ты можешь бегать, хватай вот этого чувака. Значит, Скорняк, хватай вот этого чувака. Фанат, хватай вот этого чувака. Куда вы опять все рванули? Успокойтесь, уходите. За забор, за забор, за забор. Все. Все, Святошу надо подлечить. В принципе, подлечили. По большому-то счету. Что здесь по клеткам? Здесь лежат. Фанат. Давай-ка. Спирающего. Посадить вот в эту клетку. Ладонь. Я не знаю. Тут я, по-моему, уже обычных ниндзя обобрал. Проблем быть не должно. Давай-ка поднять вот этого вот. Опять кто-то рванул воевать. Успокойтесь вы. Успокойтесь вы немножко. Чё ж вы-то рветесь в бой? Всё нормально будет. Давайте вы сначала подлечите друг друга. Ага, вот он бежит. Хорошо. Костопёс, в бой. У тебя нет аптечки, понятно. Пофиг на тебя. Посади вот этого чувака сюда. Так. Убирающего рабовладельца. Вот этого. Поднять. Брось где-нибудь здесь его. Опустить нафиг. На войну. А ты посади сюда вот это тело. Где ты, обутый? И опасность представляет. Надо всех ушатать. Кто тут повставал. Клеток, как оказалось, мало. Тут слишком большой отряд у них. Та-та. Руби его, давай, в спину. Опа, бычка ушатали. Печально. Ну там еще два арбалетчика. Фанатик такой с телом побежал, побежал, давай. Такой, оп-оп-оп-оп-оп, разогнался. На-на, с кулака. На, он... А, это сильно, он его просто толкает. На таран чисто. Чисто на таран. Это, я надеюсь, последние два чувака. Все. Практически. Главная победа. Набег рабовладельцев против дом, милый дом. Не удался, да? Да, победа явно славная. Шеф, давай. Есть. Кто там? Еще кто-то? Изуми. Изуми, 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 изуми. Всех лечи, всех лечи, всех спасай. Шеф. Забрать у него вот это вот. Штаны верни на него. Пали. Оружие отобрать. Арбалетные болты, рюкзаки. Все забрать. Мотки ляпные. Не бей. Вот с этого забрать рюкзаки. Забрать оружие.
Остальное не нужно. Так, вы пойдите. Пусть они здесь дальше лежат. Дата. Оружие, рюкзак, печка. Арбалетик тоже нормальная тема. Это что? Рубаха 93 стоит. Это бесполезная фигня. В принципе, этих всех обобрали. Теперь-ка, шеф, давай вот этого чувака тоже. Оболтаем арбалетики. Все. Этих оставляем здесь. Чуваков. Напинали. Вооружение забрали. Можем, в принципе, уходить. Вот здесь меня интересует. Этот чувак. Отобрать. Нормально. У них там арбалетов целая куча. Головной убор вообще какой-то понтовый. Теперь тебя. Поймали на краже. А, ты... Ты еще, блин... А, это этот генерал, кстати. Генерал, это просто рабовладелец. Что-то он встал, сразу упал, и все. Кобздец. Так, что ж, ребятушки, давайте. Хватаем, значит. Бычка нашего. Ты хватаешь козлика. Бегающий козлик. Козлик ни хрена не бегающий, надо его спасать. Так. У меня не особо его получается. А, поднять. Под песком. Все, этих я вооружение забрал, чуваков. А этих я уже в клетке посадил. Так, все, хорошо. Возвращаемся, ремонтируем. Как они развалили стенку, это ж охренеть. Просто охренеть, вот тут еще два тела лежит. Ридли, давай-ка. Стой, ты иди сюда. Тут еще достаточно много лежит. Надо у них как минимум оружие конфисковать, чтобы они не могли причинить много неприятностей. Чуть урбан стоит. Урбан стоит 13 монет. Вот. Ерунда. Блин, куча просто арбалетчиков у них в отряде. Целая толпа. Вроде бы залечили. Надо, наверное, святошу все-таки поднять. Так. Отнести вот сюда, положить на ворота. Что смысл ее закрывать, если там стенка открыта, по сути? Корняк побежал, побежал, побежал. Восстанавливает стенки. Прекрасно. Герой спрыгнул. А герой куда побежал? А, ну зажжи меди. Не-не-не, подожди, подожди. Зажжи меди, это, конечно, здорово. Но пока не надо этого делать. Ворота я все-таки, пожалуй, прикрою на всякий случай. Это что? Играющий работорговец, кто-то бежит. Ага. Они все-таки пытаются со мной еще воевать. Куда ты собрался? Иди сюда. Иди сюда. Так, Изуми, опусти быка. Хватит его за собой носить. Фаната. Ты кого-нибудь потаскай, наверное, все-таки. Скорняка. Скажем, опустить. Вот это тело, да? Изумить, что? Все, лечить больше некого. Прекрасно. Обобрать. Меч отобрать у него. Это самый лучший одетый чувак. Вот эти доспехи я, пожалуй, у него тоже заберу. Достаточно сильные. Пусти-ка козлика. Козык сразу куда-то побежал. Так. Ну и схвати какой-нибудь. Можно выгнать из города. Как его выгнать? Он не выгоняется из города, это странно. Выгнать. Ладно, они будут вставать, это не проблема.
Безоружных мы как-нибудь победим. Это вообще ерунда. Эти что, все мертвые? Эти умирают. Ладно, Сата, иди сюда. Да вот этих надо повыкидывать куда-нибудь. Так. Раз они все равно уже умерли. Нечего им в клетках сидеть. Спасать я их не буду. Оба владельцев так точно я спасать не буду. Бычок сильно изранен. Ну-ка, давай-ка бычка поднять. Положить на кровать, пусть отдыхает. Так. Сата, в принципе, более-менее живой. Тебя, пожалуй, я отправлю поспи немножко. Отдохни. Шефа тоже туда же давай на стон. Подави мальца. Герой у меня. Молодец. И что, чем тебе? Ага. На переработку даже и смысла нет отправлять. Что по строительным материалам? Здесь пусто. Значит, ты идешь работать сюда. Работа 73, как раз поработаешь на благо нашей колонии. Так, фанатик, ты тоже сильно, сильно тебе голову пробили. Давай, иди поспи. Изуми, в принципе, более-менее здорово. Скорняк тоже не слабо так пострадал. Отправляю я его спать. Изуми, ты пока поработай вот здесь на кактусовых фермах. Созрели, что ли? Реально они еще не созрели. Хорошо, тогда давай вот. That's. В своего-то зачем ты? Ты че, блин, давай, полечи его. Своего саданула, стой, Тата. Стой, подлечи его, подлечи. А, так ты ему ногу повредил. Тогда ремонтируй сам себе. А у нас все-таки не занимается робототехникой. Так. Тата, чем тебя занять? Тут вот эти новенькие Ридли, ладонь и... А на плече кого-то таскает. Брось каку. Стэн. Иди-ка сюда, Стэн. Опусти здесь. Наверное, иди поспи тоже. Есть еще кровать. Иди отдохни. Понятно, кровати там уже нет. Тогда отдохнуть тебе не судьба. Копай тогда железную руду. В принципе, у нас пока что здесь место есть. А? По шахте что? По шахте здесь все полным-полно. Можно отправлять их на добычу меди. Там еще построить несколько. Построить еще несколько там медных бревен. Есть что покушать? Не проблема. Те, кто сильно пострадал, лечатся. Эти... Ладонь сильно пострадала, но работает все равно. Макс, ты чё поднялся? Ложись спать. Выспишься как следует. Скорость, в принципе, повысим немножко. Игры прям вот значительно тогда. Пусть восстановятся. Сата, все, Сата восстановился, в принципе. Чем тебя таким полезным пока занять? Работа у него 61, ну иди на шахту. И трудись. Плюс я хотел здесь под медь поставить побольше. Так, побольше. Хранение сундучков этих. Медь.
Раз. Два. Все. Немножечко. Раз. Два. И три. Прекрасно все. Строим еще 6 штук. Этого будет достаточно. Правда, стенки эти, я как заметил, проламывают на раз-два вообще. Просто изи. Кто побежал? Что остановился-то? Та-та. Все. Во-первых, у меня закрыты ворота. Кто-то прибежал. Кровавые налетчики. Вы что, прикалываетесь? Ты что, серьезно? Еще рано не успел залезать, они уже прибежали. Сколько их тут прибежало? Уже двоих вижу. Троих, четверых. Блин, заразы. Не надо мне ничего тут ломать. Успокойтесь, открыть ворота. Изуми. Изуми. Давай. Я уже поздно, наверное. Ворота я все равно открываю. Давай, целься. Ридли, стой, 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 стой. Сейчас они. Тата, ты молодец. Погоди тоже. Подождите, подождите. Драка. Ну ты капец, ты из помещения пытаешься что ли в них попасть? Ты серьезно? Вперед. Изуми, отходишь сзади. И вот в этого пытаешься шмальнуть как следует. Бац! Отлично, попал. Еще разочек давай. Также. Тац, еще 51. Что-то он обиделся. Давай еще. Тац. Хорошо. Есть. Такое дело. Еще разочек ему засади. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Последний. Тац. Все, все. Куда вы рванули? А не говорите, что там еще целая толпа этих дураков. Успокойтесь, все, никуда не идем. Все нормально. Да, вы побежали. А, она ремонтирует, все, понял. А ты работать, Паш. Все хорошо. Тогда ладно. Надо только обобрать вот этих налетчиков. Налетчики где-то тут, налетчики новые прибежали. Кто тут? Кто? Рабовладелец. Только отбился от рабовладельца рейда, да? Рабовладельцев. И сразу прибегают налетчики. Это жесть просто. Тапки, это я все переплавлю. Это мне вам этот. Штаны ваши бесполезные, мне не нужны. Так, бычок. Поднять бычка. Или еще кто-нибудь нападет, опустить. Он, в принципе, уже вполне себе способен драться. Да ладно. Давай. Ну и сразу в бычка это все выгружаем. Забрать барахло. Мечи. 56. Это на переплавку. Вот эти броники можно будет продать. Кстати, тапки неплохие. Каски на переплавку. Это фигня. Вот это вот. Продать. Все остальное шляпа, все оружие бесполезное. Сейчас я тогда пойду и в печку запихну. Собрадие. Так, так, так. 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 Включить переплавку. Такое дело. Еще разочек включить переплавку. И такое дело тоже есть.
Косик. Все, всех нет. Вот. Даже двое еще лежит с оружием. Смотри, какие офигевшие чуваки. Давай еще бычок я тебе принес. 330, это 140, это фигня. Вот это тоже 3 соточки стоит. Еще 3 соточки, остальное все в переплавку. Ну что, дешевле 200, ну его нафиг ты. Это... Хочу этим заморачиваться. Более дорогие какие-то вещи можно продать. Подлечились? А эти еще спят. Мы даже без вот этих бойцов, которые вроде бы самые, по идее, мощные, сильные, справились с атакой. Но их мало было в этот раз. Мне еще надо обчищать вот этих всех. Ох-ох-ох-ох-ох. Так, там кроватка освободилась. В принципе, изумин. Давай-ка ты всех подлечишь сначала. Этого товарища отправить поспать. Остановился. Да, и ты тоже. До фулочки надо остановить. Это работники наших кактусовых ферм. Этот у нас делает... камня, стройматериалы. По идее, мне надо обработку камня еще одну сюда поставить. Лишним явно не будет. Давайте тогда спорное дело. Обработка камня. Так как-нибудь я это попаду. Так, может. Наверное, то, что надо. Как раз сейчас инженеры этим делом займутся. Можно было быстро строительных материалов надыбать. Так, так. Кровавые налетчики все мертвые. Скорость подрубаем. Этот у нас копает медь усердно. Ридли работает инженером, да? Ферма. Хватит, инженером не будешь больше работать, хватит тебе. У нас есть кому инженерными делами заниматься, это вот эти три товарища. Три брата-акробата. Но они сейчас отдыхают после боевых ранений. Что он там делает? То встает, то ложится, то встает, то ложится. Что с ним не так? Козленок, песик. Все тут вообще по песику. В принципе, он уже даже достаточно неплохо подкачался. У него и атака есть, и сила, и крепость, и ловкость. Хорошо. Бычок намного слабее, чем песик. Козлик. Ну, козлик тоже еще слабенький. Совсем еще никчемный. Ничего. Летчик умирает. Вот ты умирай, так тебе и надо. Спят в этом отряде. Давай. Изуми. Работать что ли на ферму? Прекращай. Фермами завязывай. Давай-ка с тобой займемся полезным делом. Обобрать. Собрать это и вот это. Остальное неинтересно. Побрать. И мундир даже что-то неожиданно. Где бык делся? Бык побежал кушать. Хорошо, давай обмен. Давай-ка замутим мы с тобою обмен. Во-первых, рюкзак. Во-вторых, тесак неплохо так стоит. И вот эта штука. Достаточно дорогая. Этот мундир можно тоже затолкать. Это вот на переплавку однозначно отправляем. Делаем немножечко так руды из этого дела. Всех чуваков я обнес. Теперь вы
Теперь ваша очередь. Отдавайте все свое добро. О, кстати, блин, броня у некоторых попадается достаточно высокого качества. Ой, обобрать. Что обобрать? Вам обобрать. Сколько стоит? 84. Погиб такое. Обобрать. Хлам, хлам, хлам. Вот у этого нормально арбалетик еще есть. Та клетка оказалась. Там можно, если что, кого-то еще посадить. Так. О, нифига себе, у этого два тесака достаточно дорогих. Хорошо устроился, я к тебе еще вернусь, дружище. Обязательно у тебя это заберу, ничего. Они причем сломали стенку вместе с пантусом. Во-первых, обмен. Эту дубину, вот эту, эту, эту. Броню, всякие рюкзаки. Аптечек, конечно, я набрал просто кучу. Надо делать сундук. Качество низкий. Сколько стоит? 560. Нормально, на продажу тогда. Низкое качество меня не устраивает. И теперь осталось с последним вот этим чувачком пообщаться. Забрать у него экипировку. Что-то переплавить, что-то на продажу. Скоро надо будет идти в город. Этот лежит, притворяется, этот лежит, притворяется мертвым. Засранец хитрый. Выплавить. Нет. Патисака. А, тут еще. Пац. Они еще живы, без сознания. Хорошо, допустим, все я у всех собрал. Надо все-таки что-то мне решать. Герой есть аптеки, у героя есть аптеки. Уязвимо вообще до хрена. Вот этого чувака, вот этого чувачка. Что тут по арбалетам? Низший класс, арбалеты говняные. Говняные арбалеты нахрена мне нужны. Правильно, нафиг не сдались. Поэтому надо это все продать. Это не помещается, к сожалению. Да, ничего. Ну, рюкзаки тогда. Это куда-то будет потом сбагрить. Изумить тебе болтов, чтобы мало не показалось. Балтецких тебе пока я оставляю, шеф. Так. У этого еще от, кстати, диверсант нормального качества. Есть немножечко так. Ё-моё, и у Ридли. Это я, конечно, тут насобирал. Так насобирал всякого разного барахлишка. Так, ну что, у меня все полечились, в принципе, да? Более-менее. Живы-здоровы. Эти все еще спят. А что вы спите-то? Подъем, нехрен спать. Здоровые детины. Спят они, понимаешь? Нечего спать, всем работать нафиг. Кто побежал так? Скорняк. Ты у нас же занимаешься строительством, так что, пожалуйста, приступай к своим обязанностям. Макс, давай-ка ты тоже приступай. Босс, тоже приступай. Пока что займитесь инженерными делами. Тут, в принципе,
его хватает. Уже 12 есть строительных материалов. Изуми, что с тобой делать пока? Где все шахтеры? Шахтеры, ага, они копают. Гатоша и Ридли копает. Кто-то только вдвоем так. Значит, шефа тогда я отправляю на шахты трудиться. Фанат. А, он... Я ему дал задачу повыкидывать всех. А успокойся ты нафиг, опусти. Не нужны они тебе. Сколько тут на шахте может человек? Двое. Шеф уже бежит работать. Так что ты давай тогда пока тоже займись инженерными делами. Надо быстренько вторую стенку сделать. И еще одну я сделаю стенку где-нибудь. Наверное, вот здесь поставлю ворота. Вот так сделаю стенку дополнительную. Вот здесь будут основные ворота. И нам не здесь. Это пока что. Вот здесь мне нужно заняться строительством. А, во-первых, оборона, а стеночки, пандус. Делаем раз. Делаем день. Два. Готово. Этого мне пока здесь достаточно. А вот с этой стороны я бы еще воткнул один. Так. Это еще один пандус. Всё. Этого мне хватит. Здесь, если что, можно вот поставить двух арбалетчиков сразу. Вот туда будут ломиться. Здесь, когда заходят, даже тут три арбалетчика. Будет их встречать. Здесь еще надо, значит, по обороне пройтись. Оборона. Арбалетная турель. Давай раз. Давай два. А прям давай вот так 4 штуки поставлю здесь. Раз, два и три. Этого мне, в принципе, вполне себе достаточно. Так, так. Теперь пусть строят усердно это все дело. А мне нужно, наверное, сгонять в город с бычком. Суми. Разложить, разложить, ну плюс купить. А, еще самое главное, это я забыл. Хранилище. Медкоробка. Это очень важно, потому что аптечек уже много. Надо куда-то ложить. Например, куда-нибудь. Поткнуть вот таким образом. Да понятно, что у тебя нет строительных материалов, то и как бы пофиг. Там есть люди, которые занимаются этим. Макс. А, Макс тут доделывает пшеничную ферму. Пасаэл. Здесь уже созревшая ферма, надо сказать. Кактусы тоже, да? 94 рост, 96 рост, 100%. А они тут вдвоем стараются фермерять. Святоша с Ридли. Как у вас тут дела? Фермерство сорокет уже. Ридли, а у Святоши, вновь прибывший, фермерство 31. Тут тоже не так уж и плохо. Что с тобой пока? Помогай тоже. Кай. Строим, 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 ребятушки. Строим. Ридли, а где у нас Стэн? Стэн все еще спит. Хватит спать, прекращай. Тебе надо идти работать на фермы. И ладонь тоже. Как раз вас теперь четверо будет на огородах работать. Все классно. А, здесь я не знаю.
Вторые ворота, наверное, смысла ставить нет, потому что они все равно стенки ломают каким-то невероятным образом. О, вот теперь толпой пошли трудиться. Кто-нибудь на зернохранилище работает? Ферма. Ферма, 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 ферма. О, Ридли. Пшеничная, пшеничная. Подожди, вот сюда давай, зерномолка. Заниматься. С другой стороны, зерномолка давайте чуть позже, когда уже я доделаю вот это вот пшеничное поле. Еще одну. Могу хотя бы хлебушку печь. Хотя бы хлебушку-то я смогу выпекать. И уже будет хоть что-то. Скорость подрубаем. Сейчас они доделают вот это вот. Штуку очень полезную и начнут производить кучу строительных материалов. Забьют сундуки, чтобы они у меня были. Так, так. Этих засранцев надо, наверное, отпускать. Кстати, двое работают. Зданием занимается. Качаются. Это потом сбегаю в город, продам вот этот весь хлам. Выручу немножечко за это денег. У меня и так уже, конечно, 60 тысяч есть. Я начал, собственно, получать бабосики хотя бы какие-то. С руды еще там. Вот эти у меня рудокопы накапывают. Все хорошо. Жизнь налаживается. Единственное, у меня сата что-то как-то... Ковка доспехов 19. О, ничего себе. Он 19 ковку доспехов накачал. Брони наделал. Подожди. Сюда. Иди-ка, иди-ка сюда. Че тут? Он сделал одни обноски ниндзя и в итоге прокачал 13 брони. Ого. Чуси он могет. А че они стоят? Обноски эти. Стоимость при продаже 41. Охренеть. А че так дорого? Я ресурсов там потратил кучу. А при продаже 41. Странно это. Ладно, он же разный класс, по идее, создает брони. Прокачается, сможет делать что-то получше. Единственное, мне надо закупить кожу, закупить ткани. Что тогда у меня наладится? Поставить больше под кактусы ящиков. Парочку. И парочку под муку. С мукой поставить. Дай, наверное, где-нибудь здесь коробку прям под вот это вот зерно поставить на улице. Он прям здесь же. Я так и поступлю. Чуть. Давайте хранение. Для муки нет, это внутри. А та-та-та-та-та-та. Хлебная корзина, это опять же не. То еда, кактусы, камни, кольчуги, мясо, вот пшеничка. Я дам зерномолка. А тут пшеничка у меня, да? Вот тут и вот тут три фермы пшеничные. Он будет как раз сюда сносить. Отсюда потом забирать. Сразу же молоть это все дело. И нести уже сюда в мешки. А из мешков уже забирать, делать хлебушку. А потом шеф будет готовить бутергробы всякие вкусненькие. И жевательные палочки. Сейчас будет вопрос с едой наконец-таки решен. А то людей становится больше, а кормить их нахрен нечем. Такая вот у нас проблема. Все наконец-то восстановились, да? После этого долбанного налета. Инженерит. Это у нас полностью фермы, фермеры. Здесь копают медь. Вот эти двое. Один обрабатывает камень, второй занимается инженерными делами. Все втроем инженерят, вчетвером даже. Все, пока что все при делах. Ну и на этом давайте закончим. Всем спасибо за просмотры. Лайкосики и комментарии. Всего хорошего и до
До новых встреч. Все.